Только что женщина получила известие о гибели сына на фронте. Хочется закричать, но она просто закрывает рот рукой. Жизнь продолжается, надо поднимать страну, строить заводы, расти детей. Историю женщины-матери в бронзе рассказали Николай Куклев и Кристина Цибер. На самом деле это очень хрупкая женщина, очень изящная. И на ней вот эти рубленные формы, это уже практически доспех. То есть это ее, ну как, ситуация облачила вот в эти доспехи. И вот этот ангел, который за ней стоит, это дух как бы того подвига, который они совершали. Это как бы такой, поэтому такой индустриальный, они, не стройка, фермы вот эти строительные. И в то же время это как бы дух женщины, которые смогли все это сделать. Памятник установили в сквере Родины не случайно. Именно здесь, на Безымянке, в годы войны работали на заводах женщины. Они обеспечивали фронт всем необходимым для победы. При этом домашние и материнские обязанности с них никто не снимал. Идею установить в Самаре памятник всем матерям предложил спикер Гордумы Александр Фетисов. Мама – это у нас самое святое. Это человек, который любит своего ребенка всегда, при всех обстоятельствах. При всех обстоятельствах его прощает и ждет. Как будет выглядеть памятник, выбирали всем городом. На суд самарцам представили несколько вариантов. В итоге горожане выбрали именно такой образ. Трогательной женщины, не сломленной горестной судьбой и сохранившей присутствие духа. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов. События.